Сегодня страстный четверг, в Доме молитвы это особое время, особое переживание и состояние среди верующих. Мы вспоминаем страдания Христа. Самое важное, чему сегодня мы хотим учиться у Господа, безоговорочное послушание. Смирил себя и был послушен до смерти и смерти крестной. Так о христианам говорит Библия. Поэтому и будем мы рассуждать перед лицом Божьим, вспоминая Христовы страдания. Да благословит вас Бог быть участником этого общения. Однажды предрассветным утром в земле Мария был услышан крик. Это кричал сын Авраама, любимый и единственный сын Авраама Исаак необычным голосом, воззвавший к своему своему отцу, он сказал следующее: «Отец, вот огонь и дрова, где же агнец?» Никто не слышал этих слов. Авраам и Исаак Ак были только вдвоем, но этот вопрос остался на долгое время вопросом, с поколения в поколение, люди внутренне, неся на себе тяжести и бремя греха, ощущали в себе поиски ответа на тот вопрос, который однажды был озвучен Исааком. Спустя долгое время у реки Иордан Иоанн Креститель поднимая свою руку, указывает настоящего рядом молодого человека. Вот агнец Божий, который берет на, себе, на себя грех мира. Кажется, пауза между вопросом и ответом слишком затянулась кажется, это невыносимое время для того, чтобы так долго ждать, чтобы найти ответ на вопрос души. Но Бог вне времени. Бог никогда не торопится, но никогда и не опаздывает. Мы сегодня празднуем особый праздник, благоговение нашего сердца. Ответ, данный Богом устами Иоанна Крестителя, сегодня очень радует нас. Потому что в Иисусе Христе, распятом на Голгофе, мы видим сегодня своего Искупителя. Он не просто агнец Божий, Он наш Спаситель. Он тот, кто взял на себя грехи всего мира. И не только. Я особо сегодня настроен почтить моего Господа, потому что все мои грехи Он взял на себя. Он мой Спаситель. Он ваш Спаситель. Вот почему сегодня в особом благоговении Бог ожидает нашего преклонения перед Ним. Размышляя о страданиях Христа, я хотел бы обратить ваше внимание на слова, записанные в послании к филиппийцам. Известные нам слова. Это вторая глава, Послание к филиппийцам, я читаю из 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек» смирив себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Мы сегодня для того и собраны, чтобы громко восклицая исповедать своими устами, что Иисус Христос наш Спаситель, что Иисус Христос в славу Бога Отца. И нам это дорого, и мы это ценим. Сегодня небо особо внимательно к тому, что происходит на земле, и не только на земле, друзья. Для Господа гораздо важнее то, что происходит в твоем и моем сердце прямо сейчас – когда мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. Удивительно и необычно. Совсем недавно мы вспоминали с вами, когда Иисус ходил в Иерусалим, когда Ему рукоплескали, когда Ему восклицали, когда пред Ним полагали свои одежды, когда полагали пальмовые ветви, восклицая и, слава, и славя Господа, и грудные младенцы, и люди, стоявшие вокруг, в необычном чувстве хвалы соединились, потому что видели в Иисусе Христе нечто необычное. В Нем открывалась не только человечность, в Нем раскрывалась божественность. Он входил как царь, но этот царь был загадочный и необычный. Он входил со слезами, он был плачущим, и это все вызывало и радость, и вопросы, и волнения. Когда мы читаем Библию, мы встречаем, что первым делом, что было для людей, когда люди получали власть на этой земле, когда люди получали славу, когда люди чувствовали себя уверенно и достойно. Деньгопытие повествует нам в 11 главе первая мысль. В людей появилась, и она состояла в том, чтобы сделать себе имя. И не просто имя, сделать себе нечто особенное. И они решили строить башню когда царь Саул получил право и власть царствовать, первое что сделал этот человек, входя во власть еще до конца он и не получил ее, но уже сходил на гору кормил и там поставил себе памятник. В этом смысле Иисус Христос наш господь царь совсем необычный вместо памятника, вместо почести, он выбрал для себя нечто особое. Он взял на себя грехи всех нас. Библия говорит о нем следующее, что смирил себя и был послушным. Он не, стра... не... не стал устраивать себе какие-то особые постаменты для того, чтобы быть увиденным, услышанным. Первое, что выделяет для нас Господь в личности Христа, преподавая урок, состоит в смирении. С детских лет, идя к пьедесталу Голговского креста, Иисус Христос шаг за шагом выделяет себя в послушании. Библия отмечает это особо, когда мы читаем повествование Евангелия о том, что Иисус Христос как-то затерялся в храме, и его искали родители. Библия говорит, что он смиренно подчинился. И он был послушен своим родителям. И не только родителям. Он был послушен закону Моисееву шаг за шагом, идя по жизни, мы встречаем, что Иисус Христос сопровождаем был неким таким особым почерком, надлежало Ему быть. Так повествуют евангелисты. У Иисуса Христа был особый план, и этот план не сходил от Бога. Иисус Христос был очень внимателен в том, чтобы исполнить этот план. В этом состояло Его послушание. Перед тем, когда он вышел на служение, он не шел на гору, кормил, кормил как, это, как это сделал Саул. Он пошел в пустыню, и там 40 дней и 40 ночей в посте и в молитве к Богу он смирял себя. Вот что стоит за этими словами. Смирил себя и был послушен победа, которую мы вскоре будем праздновать вместе с вами, обошлась Христу во плоти очень дорого. В словах «смирил себя» заключается нечто необычное. Порой не вместить нам всем нашим человеческим умом. Это Бог, сотворивший этот мир, согласился одеться в рубище человеческой плоти, смирить себя, это значит согласиться добровольно на все ограничения, которые принадлежали Богу в полноте своей власти, для того, чтобы стать настоящим человеком, для того, чтобы быть доступным и понятным людям. Как бы трудно было бы нам, если бы нам пришлось... Разумным людям, обладающим правами и свободами, сделать такой выбор. Если бы нам, например, было предложено опуститься на уровень муравья, низшего творения, как бы не просто было бы нам согласиться с этими ограничениями. Бог, сотворивший мир, обладавший властью и славой, Одевается в человеческие рубища, идя по пути смирения, и, наконец, по виду стал как человек, повинуется родителям, повинуется закону Моисееву, исполняет закон, и, наконец, повинуется римским воинам взявшим его в Гефсимании, повинуется Пилату, позволяет грешным и смертным людям бить себя полонитом. Вот в чем состоит смысл этих слов, когда Бог представляет нам Христа, который смирил себя до смерти и смерти крестной как бы обращая наше внимание на все это, апостол Павел говорит всем нам сегодня, что у нас должны быть такие чувствования, в нашем сердце должны быть такие мотивы и настроения, если мы на самом деле выбрали Господа своей судьбой, если мы избрали Иисуса Христа своим Господом Спасителем, если мы свое будущее видим во Христе, Другого нет пути в этом мире, друзья, как путь добровольного смирения. В другом месте апостол Павел говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. А это значит, если мы мечтаем о победе над этим грешным миром, нам следует подражать Христу. Нам следует развивать в себе именно эти чувствования – которые состоят в том, чтобы смирить себя. Мы очень часто говорим о смирении. Мы даже иногда считаем себя вправе кому-то способствовать в том, чтобы люди могли смириться. В этом состоит ценность и благословение каждого из нас. Но мы не часто думаем о том. Что самое важное, чего Бог ожидает от каждого из нас, состоит в смирении самого себя. Это трудный путь. Это нелегкий путь. Порой на это требуется не 40 дней, а иногда годы и десятки лет нашей жизни. Для многих людей это трудно и через всю жизнь. И порой Бог вынужден для того, чтобы способствовать нашему духовному возрастанию, окружать нас какими-то жизненными обстоятельствами, которые позволяли бы нам смириться. Потому что Бог гордым противится. Если мы любим Бога, мы должны это знать. Если мы хотим предстоять перед лицом Божьим, нам нужно избавиться от этого чувства гордости. Мы нуждаемся в смирении – это важное приобретение. Смирил себя. И если мы хотим иметь эти чувствования, сегодня у нас с вами есть возможность учиться у нашего Господа, учиться, что значит любить. Любить не только ближних. Мы призваны любить врагов. Сегодня, в эти страстные дни, Бог позволяет нам в школе Господа учиться, учиться любить по-настоящему. Когда бьют по правой щеке, для того, чтобы подставить левую, надо иметь то высокое смирение, которым обладал Иисус. Вот почему Господь установил это таинство сказав, «Сие творите в мои воспоминания». Он знал слабости человеческой плоти. Он знал, как мы способны забывать порой самое главное. Мы в жизни способны помнить мелочи, незначительные мы замечаем. Но очень часто самое важное проходит мимо нас. И даже если мы обращаем на это внимание, мы очень быстро способны это забывать. Голговские страдания, воспоминания страданий Христа призваны снова поставить нас перед фактом, больше сказать перед вопросом, на который каждый из нас должен быть готов дать ответ в своей совести. Насколько мы смирились перед Богом? Смирился ли я вообще? не чуждо ли мне? Это удивительное, благословенное Богом слово смирения. Знает ли наше сердце это состояние, когда мы смиренны и сокрушенны перед Богом? Но не только смирение. Я хотел бы обратить внимание и на другое слово, которое выделяет апостол Павел. Смирил себя и был послушен. Так жаль, что сегодня в нашей жизни послушание перестало быть популярным. Сегодня как-то больше во внимание свобода, независимость, самостоятельность, толерантность и многое другое, что сегодня появилось в обиходе как нечто популярное и важное. Послушание, оно как-то не вяжется в современной психологии в современной личности. Но послушание – это часть Божьего плана для меня и тебя. Если мы хотим исполнить волю Бога в нашей жизни, друзья, то нам следует научиться быть послушными. Если мы хотим быть настоящими христианами – то главное, что нам нужно приобрести для себя это смирение и послушание. Вот иду исполнить волю твою, Боже. Цитирует намерение сердца сына Божия псалмопевец. Меня удивляет Авраам, когда он услышал слово от Бога возьми сына твоего единственного твоего, которого ты любишь возьми, иди в землю Марива, и там принеси его в жертву, принеси его во все сожжения. И мы читаем вместе с вами, Авраам ранним утром поднимается и берет своего сына, берет единственного и любимого. На протяжении двух дней он шел. И я только могу себе представить, что было в его сердце сколько искушений пережил Авраам, сколько у него было возможностей свернуть с этой дороги, чтобы так и не дойти к этой земле Мария. Но нет, шаг за шагом, все тверже, сжимая в своих руках Несомая, Авраам идет по пути исполнения воли Божьей. Все ли знал Авраам? Нет. Не все ему было понятно. Не на все вопросы у него были ответы, но он был послушен. Он был готов все жизненные обстоятельства принимать как волю Божью. Всегда ли готовы к этому мы? Библия учит нас, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всегда и все содействует ко благу. Но когда мы встречаем в нашей жизни нечто неожиданное – Всегда ли мы готовы явить Господу лучшую жертву, принести Господу во все все, что дорого нам? Авраам не случайно стал отцом всем верующим, потому что он явил Богу лучшую жертву, жертву послушания, абсолютно и полностью доверяя свою судьбу в руки Бога. Все это мы видим в личности Иисуса Христа. Это то, что Господь хочет видеть сегодня в каждом из нас. Зачем сегодня нужно смирение? Стоит ли платить такую высокую цену? Иногда возникает вопрос. Ведь жизнь нам дается однажды. Бог отвечает. Бог хочет отвечает очень понятно для каждого из нас, какова цена послушания, какова цена смирения, почему и Бог, видя все то, что принес в жертву Иисус Христос, вознаграждение Бог делает следующее, почему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Оказывается, друзья, можно для того, чтобы увековечить свое имя, делать нечто, что делали наши предки, когда строили Вавилонскую башню. У них было в сердце, сделай им себе имя. Можно делать нечто подобное, что делал Саул, когда взошел на гору, кормил и там установил себе памятник. А можно просто идти по пути смирения и послушания. И получить у Бога нечто необычное. Библия говорит, «В вечной памяти будет праведник. Наше имя будет написано, подобно имя Авраама, вечной памяти, без каких-то физических усилий, если мы сможем, подражая нашему Господу, смирить себя, не заботясь о чем-то земном, не устраивая в первую очередь свой личный быт и удобство, но поспешив понять волю Господа, смиренно приняв ее, сделать все возможное, чтобы в точности ее исполнить. Библия говорит всем нам, познавайте, что есть воля Божия. Она всегда благая, она всегда угодная, она всегда совершенная. Наше будущее – Судьба нашего имени сегодня зависит, друзья, во многом от того, насколько мы смирились, насколько мы послушны Богу. Вот почему апостол Павел обращается к своим друзьям и говорит, у вас должны быть те же чувствования. Он хотел, он хотел чтобы все его друзья и все, кто позже придут по его свидетельству к Богу, были рядом с Ним в небесных обителях. Вот почему он, обращая внимание на главное, показывал то, что ценно в личности Христа. Призывал учиться у Господа, учиться смирению и послушанию. От этого зависит судьба нашего имени. Где оно будет? Мы знаем, что Библия говорит, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Люди строили Вавилонскую башню, ну и что с того? И Саул построил памятники, где он? Другие строили города, и сегодня есть с некоторым людям памятники. Кто-то строит дома или еще что-то другое для того, чтобы увековечить свое имя. Бог предлагает нам совершенно другое. Бог предлагает нам Сына Божьего в пример и свою волю, которая нам открыта в Евангелии. Вопрос сегодня за нами, насколько мы готовы принять волю Господа, подражая Христу и исполнить ее в нашей жизни. От этого зависит наша будущность. От этого будет зависеть, где будет написано наше имя. Библия утверждает, что в вечной памяти будет только праведник. И рядом с именами праведников может быть и наше имя, если мы во Христе, войти в праведность Христа, в эти необычные, чудные, славные, увенчанные славой Господа, одежды праведности, мы можем только через смирение и послушание. Итак, пусть Господь благословит каждого из нас, сегодня размышляя о Христе, проверять свои сердца. Насколько мы с вами поднялись на высоты духовной зрелости с позиции нашего смирения. Насколько мы способны быть послушны Богу. Знаете, христианство сегодня очень многолико. Для кого-то христианство – это просто идеология. Кто-то выбирает из Евангелие какие-то отдельные ценности и пропагандирует их. Они приятные, они очень удобны, они полезны для развития современного общества. Для кого-то христианство это просто бизнес. Люди используют самые разные возможности для того, чтобы на различные христианские мотивы сделать что-то и на чем-то заработать. Для апостола Павла христианство и Христос был просто жизнью. И он открыто говорил: для меня жизнь Христос. Что же для нас сегодня значит наша принадлежность к Церкви? Что для нас означает наша сопричастность ко Христу? В чем она свидетельствуется? есть ли в ней такие свидетельства, как смирение и послушание? Это очень важно. Давайте будем искать ответ в молитве пред Богом. Помолимся.